финансовые неприятности, проблемы с наркотиками и алкоголем, угнетающий быт. Футболисты совершают такие же ошибки, что и обычные люди. Единственная, но громадная разница. У футболистов есть скала, он же Дуэйн Джонсон, он же Спенсер Стрэнмор, финансовый менеджер, который всегда выручит и протянет свою мускулистую руку помощи. Привет, Спенс. Привет, Джо. Что новенького? Я заскочил в Абуэлос. Взял кубинского кофе, ягодный пирог. Любишь ягодный? Да, ягодный люблю. Заходи. Профессиональный футболист работает в респектабельном спортивном агентстве. Вместе с напарником Джо Крутеллом его роль играет Роб Кордри. Они вербуют профессионалов, а заодно и вытаскивают их из передряг. Так было в первом сезоне спортивной драматической комедии про жизнь около футбола, которую посмотрели 9 миллионов человек. Мы с Джо не сомневаемся, что у нас запомнят как самых крутых в истории. Между выходом первого и второго сезонов не прошло и года. О том, что HBO продлит сериал, стало известно почти сразу. Режиссер Питер Берг и в этот раз не стал тратиться на демонстрацию лихих сцен футбольных матчей, а сконцентрировался на закулисных играх. Сценарист и продюсер Стивен Левинсон, который успел поработать над «Красавцами» и «Подпольной империей», второй сезон прокачает точно не хуже, чем Дуэйн «Скала» Джонсон свое тело. Красавчик, брат. Спасибо. Свежие эпизоды выходят под логлайном «Ты никто, пока у тебя нет врагов». Похоже, за свое место под солнцем Майами Спенсеру Стрэнмору придется побороться с новым персонажем. Мы представляем вам нового персонажа, которого сыграет Энди Гарсия. Давай, улыбнись уже. Его зовут Андреа Аллен, и у него есть общее прошлое со Спенсером. Друзья, но не самый лучший. Ты такой же, как я. Нет, не такой же. Кроме новых лиц, во втором сезоне мы увидим и старое, но от этого не менее симпатичное. Крутой здоровяк Вэрон Литфилд в исполнении Донована Картера и проповедник-скандалист Рик Джерретт. Его играет Джон Дэвид Вашингтон, сын Дензела Вашингтона. Ты получишь свои деньги. Я хочу, чтобы мне причитается. Тебе нужны деньги или респект? В нашей игре разницы нет. В новом сезоне конвертировать дружбу с бывшими товарищами по команде принципиальному Стрэнмору будет намного сложнее. А вот что точно остается неизменным, так это беззаботное послевкусие Дольче Вита профессионального спорта. Дорогие машины, особняки, яхты, ювелирные украшения и готовые на все красотки в шикарных бикини. Второй сезон шоу. Больше, круче, футболисты, чем первый. Невозможно остаться равнодушным и к беспощадно очаровательному Дуэйну Джонсону, которому роль подходит идеально, как и дорогие костюмы, которые «Скала» носит в кадре. Роль экс-футболиста для него отчасти биографична. В старших классах и университете Джонсон тоже играл в американский футбол, пока не получил серьезную травму спины и не был вынужден забросить карьеру профессионального игрока. Во втором сезоне бывший рестлер «Скала» продолжает прокачивать драматический и комедийный актерские таланты. Ой, вы Вин Дизель? Нет, я больше, я круче выгляжу. Новые серии футболистов смотрите на телеканале «Амедиа Премиум» и в онлайн-сервисе «Амедиатека». Wow!